Что для меня Рождество? Для меня это событие, оказавшее влияние на историю всего человечества. И независимо от того, верим мы в Бога или нет, считаем мы Иисуса своим спасителем или нет, Иисус родился, Он пришел в этот мир, и с этого момента началась новая история. С этого момента началось летоисчисление для всего человечества. Для меня Рождество – это время, когда я вспоминаю верность Господа людям и верность Господа лично мне. И Господь, Он совершил этот план по спасению мира, о котором мы знали от пророков Ветхого Завета. И это значит, что Он обязательно совершит то, что Он задумал относительно нашей жизни. И Он исполнит свои желания относительно нас. И Он дарует нам новую надежду, Он изливает любовь. И в это время мы можем делиться с близкими людьми этой любовью, этой радостной новостью. И тем самым Господь может касаться их сердец и родиться в их жизни, и даровать свою надежду. Здравствуйте, Церковь! И прежде чем мы зажжем первую пророческую свечу, я хочу вместе с вами прочитать пророчество пророка Исаии о рождении Спасителя. Давайте откроем Исаию 9 главу, и я буду читать в новом переводе, а вы можете следить по синодальному. 6 стиха. «Ведь младенец родился нам, сын дан нам, на плечи его будет возложена власть, и он будет назван чудный советник, могучий Бог, вечный Отец, князь, дарующий мир. Умножению власти его и мира нет конца. Правит он на престоле Давида, царством его, утверждая и поддерживая его правосудием и праведностью отныне и вовеки». И давайте помолимся с вами, чтобы огонь ожидания Спасителя, он горел в наших сердцах, и особенно в это время. Давайте встанем, пожалуйста. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты верный Бог, за то, что Ты князь мира и царь вечности, и все владычество в Твоих руках. Спасибо Тебе за Твою верность, Иисус, что Ты пришел и исполнил план по спасению человечества. Спасибо, что Ты зажег однажды огонь в наших сердцах, и он горит сегодня, и мы ожидаем Тебя, Господь. И мы просим, Господь, чтобы огонь первой любви, он ярче и ярче зажигался в наших сердцах. И чтобы в это время ожидание Тебя, оно еще возрастало и увеличивалось, Господь. Чтобы жажда по Тебе, Господь, она наполняла наши сердца. Бог, и Ты знаешь все наши мечты, Ты сам их вкладываешь в наше сердце. Ты знаешь наши желания, Ты знаешь наши скорби, Господь. И я прошу, чтобы мы видели больше Твоих чудес, Господь, чтобы в это время приходило обновление, освежение, ободрение Тебя, дыхание свежего ветра, Господь, чтобы мы концентрировались на главном и ожидали Тебя, ожидали, Господь, Тебя, нашего возлюбленного. И пусть огонь в наших сердцах горит ярче и ярче, пусть огонь в наших сердцах не угасает.